Развитие производственной базы в Щелковском районе, улучшение инвестиционного климата. Эти темы обсудили за круглым столом представители районной администрации, депутаты и щелковские предприниматели. Мероприятия такого характера должны стать традиционными, уверены все участники диалога. Сейчас одна из самых главных задач в Щелковском районе – это создание рабочих мест, поскольку дефицит рабочих мест, особенно по таким поселениям, как городское поселение Щелково, городское поселение Монино, он вне всяких нормативов, то есть нам нужно создавать рабочие места. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, члены Союза промышленников и предпринимателей, а также депутаты Щелковского района, Московской областной и Государственной дум. На встрече обсуждались вопросы градостроительной политики, генпланов поселений, создания технопарков, логистики. Начальник территориального управления Щелковского района, Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Станислав Положенцев представил подробную презентацию по дальнейшему комплексному развитию территории нашего района. Предпринимателям было предложено внести свои предложения до середины января. Щелково, как, так сказать, городское поселение, как город и Щелковский район, это хоть и не называется Наукоград, но здесь, конечно, здесь много производств, и, так сказать, я думаю, что они должны развиваться в ключе вот инноваций, то есть как можно больше современных, прорывных, таких передовых технологий должно приходить на действующие предприятия и плюс создаваться новые. Кроме того, в скором времени в администрации района будут проходить так называемые инвестиционные часы. Это возможность для предпринимателей высказать свои идеи, проекты и предложения для сотрудничества в сфере бизнеса. Мы сейчас увидели, что власть видит необходимость в этом развитии и будет всячески помогать, чтобы то или иное производство было на Щелковской земле. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».